Всем привет! С вами тестовая лаборатория Oldi и я, Иван Королёв. В сегодняшнем обзоре мы познакомим вас с портативной консолью NVIDIA Shield. Это первая проба пера компании NVIDIA на рынке портативных приставок. И надо сказать, весьма удачная. Но не будем забегать вперед. NVIDIA Shield поставляется в красивой и со вкусом оформленной картонной коробке кубической формы. Устройство довольно плотно зафиксировано в коробке. Под ним, на втором уровне, находятся различные аксессуары. Комплект поставки минималистичен. Приставка, зарядное устройство мощностью 2,1 А, микро-USB кабель с салатовым значком Shield и руководство пользователя в картонном конверте, которое разворачивается в целый плакат. Внешне NVIDIA Shield выглядит стильно и грациозно. Дизайн футуристичен, и в сложном состоянии консоль похожа на какой-нибудь звездолет. В цветовом оформлении используется сочетание серебристого, черного и салатового цветов. Большая часть корпуса выполнена из матового черного пластика. По бокам присутствуют глянцевые вставки, перетекающие в заднюю, нижнюю и передние панели. В верхней части имеется съемная металлическая крышка серебристого цвета. Бывают еще варианты черной и карбоновой расцветки, доступные для заказа на сайте производителя. Крышка крепится с помощью сильных магнитов, сидит уверенно, но и снять достаточно легко. Из серебристого же пластика выполнены вставки на передней части с логотипом NVIDIA и названием устройства. Между ними расположено вентиляционное отверстие с салатовой рамкой, служащее для забора воздуха активной системой охлаждения консоли. Да, внутри стоит вентилятор, но он практически бесшумный и включается лишь при самых ресурсоемких задачах, никакого гудения. О его работе вы догадываетесь лишь по теплому воздуху, выходящему из вентиляционных отверстий на задней панели устройства. Здесь же расположен слот для карт microSD объемом до 64 ГБ, порт mini-HDMI, порт microUSB для зарядки и синхронизации с ПК и мини-джек 3,5 мм для стереогарнитуры. Тут же небольшой светодиод, показывающий статус батареи. По бокам расположены первые заметные элементы геймпеда — кнопки L1, R1 и L2, R2. Отметим, что консоль невероятно удобно и надежно лежит в руках, отчасти благодаря эргономичному строению корпуса, отчасти благодаря прорезиненной поверхности той части устройства, которая соприкасается с вашими ладонями. Экранная часть просто, но туго открывается, если потянуть вверх. Крепится эта часть на петле и имеет возможность отклонения на градус вплоть до 180. Сам экран с диагональю 5 дюймов и разрешением 1280 на 720 пикселей, матрица IPS, плотность пикселей 294 точки на дюйм, имеет непривычно большие для последнего времени рамки. Казалось бы, это дает все предпосылки для размещения над или под экраном глазка лицевой камеры, но, увы, разработчики это посчитали лишним, хотя микрофон в консоли есть. Вот он, чуть ниже петли крепления экрана к основной части консоли. По бокам от микрофона расположились стереодинамики. Они выдают очень громкий и качественный звук, как во время игры, так и при просмотре видео или прослушивании музыки. Ниже динамиков расположены элементы контроллера — крестовина, кнопки A, B, X, Y и два стика. Они выполнены из прорезиненного пластика и поддерживают нажатие под любым углом. Левый служит для перехода между элементами интерфейса, а правый управляет курсором мыши. По центру контроллера расположены 4 клавиши для управления операционной системой Android. Громкость, старт, домой и назад. При нажатии на кнопку громкости появляется виртуальная панель с регулировкой звука. Беззвучный режим включается долгим нажатием на эту кнопку. Между этими 4 кнопками расположена заметная с первого взгляда на консоль многофункциональная кнопка с логотипом NVIDIA, которая, в зависимости от текущего состояния, включает консоль, запускает Tegra Zone или отображает меню включения, перезагрузки или сна устройства. В момент зарядки или в спящем режиме подсветка этой кнопки плавно затухает и загорается. Технические характеристики. Процессор. 4-ядерный NVIDIA Tegra 4 с тактовой частотой 1,9 ГГц. Видеочип NVIDIA GeForce ULP. Оперативная память 2 ГБ LPDDR3 1800. Внутренняя память 16 ГБ, из которых пользователю доступно 12,7 ГБ. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11a/bg/n, Bluetooth 3.0, GPS. Датчики: гироскоп, акселерометр.
аккумулятор 7350 мАч, операционная система Android 4.2.1, доступно обновление до версии 4.4.2. Как мы видим, начинка у консоли впечатляющая. Чип NVIDIA Tegra 4, включающий в себя 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,9 ГГц и ядро компаньон с частотой 500 МГц, используемое для решения нересурсоемких задач, 72-ядерный видеоускоритель NVIDIA GeForce ULP и 2 ГБ двухканальной оперативной памяти. Зверь, а не устройство. Итак, перейдем к тестированию. И первый тест — Antutu Benchmark, в котором консоль заработала невероятные 38 279 баллов. В тестовом пакете Basemark X Shield получает 20 631 балл. Результирующее количество кадров в секунду в тесте Basemark Tai-G составило в среднем 59,85 кадров в секунду. Тест 3DMark Ice Storm Unlimited поставил системе 14 415 баллов. В следующем тесте CPU Prime Benchmark устройство слегка не дотянуло до эталонного результата и набрало 8282 балла. И напоследок результаты теста Anomaly 2 Benchmark. Впечатляющие результаты. Не менее впечатляющее и время автономной работы, благодаря трехячеечному аккумулятору емкостью 7350 мАч. Полностью батарея заряжается за 4 часа. NVIDIA заявляет, что одного заряда батареи хватит на в среднем 4,5 часа для самых требовательных игр с оптимизациями под Tegra 4. Для игр менее требовательных время работы может составить 10 часов. Видео может продлиться целых 18 часов. Все благодаря программным и аппаратным оптимизациям, да и не самому энергопожирающему дисплею. Разрешение 1280 на 720 кому-то может показаться малым для 5 дюймов, но поверьте, для игр это самое то. Плюс позволяет устройству выживать без зарядки намного дольше. Сам дисплей яркий и красочный, имеет очень хорошие углы обзора, без искажений цветов. Плюс к этому имеется антибликовый фильтр. Запас по яркости достаточен, чтобы экран не выцветал даже на солнце. Авторегулировка подсветки отсутствует за неимением датчика. Устройство работает под операционной системой Android, которую мы обновили с версии 4.2.1 до версии 4.4.2. Встроенных оболочек нет. Интерфейс, что и неудивительно при такой производительности, работает быстро и плавно. При нажатии на кнопку Start есть возможность настроить элементы управления контроллера на выполнение того или иного действия. По умолчанию на консоль установлены пара игр Sonic 4 Episode 2, Expendable Reant. Кроме того, имеется приложение Инструкция и приложение Tegra Zone с доступом к магазину с играми, оптимизированных под Shield. Запустить программу также можно в любой момент, нажав кнопку со светящимся логотипом NVIDIA. В магазине есть множество игр с оптимизацией под консоль. Большинство платные, но есть и бесплатные, некоторые из которых мы вам и покажем. Walking Dead Season 1, Dungeon Hunter 4, Ark Redux, GT Racing. Также существует более 100 игр с поддержкой контроллера, плюс более 40 игр, которые можно стримить с ПК с помощью Wi-Fi соединения. Для этого вам нужен персональный компьютер с видеокартой NVIDIA модели не ниже GTX 650 и Wi-Fi роутер со стабильным соединением. Идеальное решение для тех, кто не хочет отвлекаться от любимой игры, даже чтобы прочесть этикетку освежителя воздуха. Подытожим, портативную консоль NVIDIA Shield можно без привлечения назвать самым мощным пользовательским устройством под управлением операционной системы Android. Удобный эргономичный контроллер, емкий аккумулятор, превосходный дисплей, качественный звук и огромное количество игр и приложений делают NVIDIA Shield бескомпромиссным портативным решением для развлечений и отдыха. До свидания.